Бывает пиво, которое заранее предупреждает тебя о последствиях. Например, пиво Вольпертингер Пилзнер недвусмысленно намекает, что можно встретить, если купить его хотя бы ящик и употребить его в кратчайшие сроки. Пиво варится в Германии, и нынче его можно найти в масс-маркете по цене 140 рублей, что я считаю уже слегка оверпрайс. Раза в два этак. 4,7 алкоголя, объем 0,5. Честный 0,5 в нашем мире ебейшая ценность. Запизделся. За ваши лайки и подписки. Пиво пьется крайне легко, имеет отличное солодовое тело, но хмелевая горчинка на грани сознания. Если это и пилзнер, то прям вот вообще с натяжкой. Когда оно стоило 80 рублей в масс-маркете, оно было шикарным. Я вот сейчас не упоминаю российские пивоварни, которые варили его по лицензии. Это был шмурдяк, каких еще поискать надо. Это же хорошее пиво, которое не соответствует стилю, заявленному на банке, но тем не менее его приятно пить. Брать можно, но 140 рублей, как по мне, для него все-таки оверпрайс.